Результаты выборов подытожили и в оппозиционном блоке. В регионах политсилу будут представлять 301 депутат и 17 представителей местных советов. И это несмотря на использование властью админресурса, фальсификации и подкупа, заявляют в оппоблоке. Большинство кандидатов шли самовыдвиженцами. Лучший результат политсила показала в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Ранее, напомню, оппозиционный блок призвал все демократические силы объединиться против фальсификации выборов территориальные громады.